Итак, после установки шоколадки нашего менеджера пакетов, давайте установим необходимый софт для работы с виртуальными машинами. Значит, Windows X нажали, PowerShell администратор. Так, давайте посмотрим, что у нас есть из пакетов. Давайте мы поиск сделаем. Нам нужно Vagrant для того, чтобы устанавливать пакеты. Ну вот он так и называется, Vagrant. Ctrl-V минус Y. Вот он ставит Vagrant. Ну, достаточно крупный пакет. Подождем, когда установится. Вот у нас Vagrant установился. Ну и почему-то, как всегда, он требуется перегрузка для Windows. Поэтому давайте просто перезагрузим машину. Теперь установим VirtualBox, собственно. Давайте Windows X, PowerShell администратор. Shoko install VirtualBox да. Ну вот. Установка пошла. Так. Так, давайте посмотрим имиджи, какие у нас есть для Vagrant. Вот, давайте посмотрим, вот. Vagrant App, и вот тут вот по типам у нас имиджи лежат. Давайте мы поставим CentOS 8. Давайте посмотрим. Значит, вот это Vagrant файл полный. А если нам установить собственно Vagrant, этот CentOS 8, вот такая строчка у нас под конкретную версию. Ну, давайте мы ее и установим. Значит, ну вот у нас установилась. Давайте запустим PowerShell обычный. Давайте Ctrl-V. Это не то у нас. Какой-то мусор. Так, Ctrl-C. Ctrl-V. Давайте. Так. На двух строчках у нас Vagrant. Так вот, не получилось на двух строчках у нас запустить. Устанавливаем. Значит, вот у нас Vagrant файл сгенерился. Давайте мы far запустим. Не такой большой. Давайте посмотрим CD в домашний. Так. Так, наш домашний каталог. Это users. Ну вот. Это вот домашний каталог.
вот Vagrant файл. Давайте тут сделаем каталог work cd тут users root vagrant work и сюда этот vagrant перекинем. Давайте посмотрим, вот он у нас вот так вот выглядит. Ну, мы его просто без всяких изысков. Давайте cd work. И как вот тут прописано, vagrant app. Так и пишем. Vagrant app. Так, вот, собственно, в VirtualBox у нас прописан только один имидж был. Теперь он его скачивает и запускает.